Отделение сноуборда – гордость Ленинск-Кузнецкого училища Олимпийского резерва. Оно считается лучшим в стране. 83% студентов – члены сборных команд России и Кузбасса. Сноубордисты закрыли зимний сезон и в этом учебном году отличными результатами. 12 спортсменов отделения стали победителями и призерами российских и международных соревнований и завоевали 37 медалей, из которых 14 – золотые. У нас очень большие традиции на этом отделении. Здесь у нас и участники Олимпиад, и победители, призеры соревнований различного уровня, начиная от первенств России, Кубков России, чемпионатов России, кончая первенствами Европы, мира. Очень большие такие хорошие, добрые традиции. Студентов-победителей первенства мира педагоги и спортсмены встретили в торжественной обстановке. Дмитрий Сарсимбаев стал первым в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе. Его напарник в этих дисциплинах Дмитрий Карлогачев также стал первым. Тренируются спортсмены у Владимира Кирьянова. Победителем и серебряным призером в командном первенстве в дисциплине сноуборд-кросс стала выпускница училища 2015 года Кристина Пауль, которая посетила «Альма-Матер». Сюда приезжаешь и как-то эмоционально заряжаешься, и преподаватели хорошо относятся, и помогают там с учебой, приходишь, занимаешься дополнительно. Как бы сидишь и дорабатываешь то, что не доработал в школе. И потом уезжаешь отсюда уже, заряженный такой перед сезоном. Ударным в плане соревнований этот сезон получился для Дмитрия Сарсимбаева, который перед первенством выступил еще и в 8 этапах Кубка Европы и занял 3-е место. Победить в первенстве мира и собрать силы Дмитрию помогла поддержка мамы и тренера. Я был уверен в себе. То есть уверенность, она придает тебе спокойствие, что ты выиграешь эти старты. Я был уверен в себе, вышел на старт и ехал уже спокойно. То есть у меня не было ни мандража, ничего не было такого негативного. Я был настроен позитивно. Впереди у спортсменов короткий отдых и подготовка к новым соревнованиям. Первые серьезные турниры начнутся уже в декабре.